С 7 утра и до позднего вечера каждый день без выходных в сквере Устинова кипит работа. Строители укладывают плитку. В середине августа здесь сняли старое асфальтовое покрытие и частично щебеночное основание. Там, где это было необходимо, восстановили нижний слой и бордюрный камень. Чтобы не повредить существующие газоны, существующий автополив, чтобы не повредить, заменяется только разрушенный поребрик, бордюрный камень вибропрессованный, и заменяется основание в местах сильных просадок. На площади в 4500 квадратных метров укладывают плитку по особой многослойной технологии. На щебеночное основание стелят специальную ткань, затем песок. Слой из материи нужен, чтобы щебень не смешивался с песком и новая плитка не просела. Песок утрамбовывают с помощью спецтехники, чтобы плитка ложилась ровно. Подрядчик дает гарантию на плиточное покрытие 5 лет. Подготовительные и укладочные работы проводят днем. Ночью завозят строительные материалы и убирают мусор. Своевременный вывоз строительного мусора предусмотрен. То есть после каждой рабочей смены подрядчик убирает за собой мусор с объекта. Вы следите за этим? Да. Сквер Устинова не закрыт для посещения жителей. Вокруг стоят предупреждающие знаки, что здесь ведутся строительные работы. Сквер приводят в порядок вместе со всей Галактионовской. Ее ремонтируют по муниципальному контракту, который является частью федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить ремонт сквера Устинова подрядчик обещает в конце сентября, а при хорошей погоде, возможно, и раньше. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, «События».